Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. На часі програма «Тема дня». Перед мікрофоном Вікторія Сидоренко. З 23 до 25 жовтня у Дніпрі стартуватиме перша міжнародна практична онлайн-конференція, яка має назву «Сучасні уявлення про порушення мовлення у дітей». Організаторами цієї онлайн-конференції виступила громадська організація «Територія розвитку». І сьогодні до нашої студії ми запросили голову цієї громадської організації «Територія розвитку». Це Юлія Поліщук. Вітаємо вас, пані Юлії, у нашій студії. Я рада, що ви пригласили мене. І поговоримо ми сьогодні з вами, звичайно, і про конференцію, і про саму проблему порушення мовлення у діток. Окресліть трохи ситуацію нам про порушення мовлення, про цю проблему. Тому що якби не було цієї проблеми, я так розумію, онлайн-конференція міжнародного рівня ви б не організовували. Да, абсолютно вірно. Мы решили провести такую конференцию, чтобы поднять вопрос о проблемах детей с нарушениями речи. На сегодняшний день количество детей с разнообразными, очень порой сложными нарушениями речи становится все больше и больше. И иногда кажется, что лавина таких детей приходит, и, к сожалению, решить проблему их нарушения или даже отсутствия речи бывает очень сложно. Сходу, ну там, 2-3 занятия не решает этот вопрос. И самое главное, что порой этим детям нужна комплексная помощь. То есть это не в компетенции одного логопеда, это не в компетенции даже логопеда-дефектолога. Здесь порой нужна помощь различных специалистов, прежде всего доктора-психиатра, который есть у нас в нашей общественной организации, которая консультирует семьи, родителей. Порой нужен психолог, потому что различные нарушения речи, которые возникли у ребенка, они, к сожалению, с психологическими проблемами семьи тоже поддерживаются. И таким образом ребенок не развивается, стоит на месте. Сейчас уже точно стало известно, что заниматься такими детьми надо в очень маленьком возрасте. Известно, что, допустим, доктор-педиатр может обратить внимание на ребенка еще в младенческом возрасте и предположить, что у него могут быть нарушения речи. К нам на сегодняшний день приходят дети 2-2,5 лет, 3-летнего возраста. Очень приветствуем, потому что чем раньше приходят дети, тем больше их родителям можно дать информации, что нужно делать, тем проще им помогать. Чем дети старше, тем сложнее. Но все-таки стараемся заниматься с детьми более старшего возраста. К сожалению, там все гораздо сложнее. Пані Юля, скажіть, а яка причина може бути от порушення мовлення у дитини? От якщо 2-2,5 роки, зовсім маленька дитинка? Это вопрос, который задают каждый родитель. Они говорят о том, почему так? Ведь никто из родителей не хотел родить ребенка с какими-то нарушениями. И, допустим, слушая, как консультирует моя коллега, доктор-психиатр Андреева Оксана Валентиновна, я знаю, что она перечисляет очень много проблем, почему произошло нарушение. Я задалась целью и решила собрать проблемы, почему может быть нарушение. У меня оказалось более 50 различных причин, и это далеко не все причины. И я так понимаю, что та или иная причина может возникнуть в конкретной семье. Но это экология, конечно же. Это и политические события, и различные катаклизмы. Мама, которая вынашивает ребенка, она не может быть вне этого. Это и даже эмоциональные какие-то переживания внутрисемейные. Дальше различные заболевания генетические, какие-то простуды во время беременности могут толкнуть более серьезные нарушения у ребенка, чем другой какой-то период. Это могут быть различные проблемы, связанные с профессиональной деятельностью мамы, например. Это могут быть проблемы уже после рождения ребенка, различные болезни ребенка. И много-много причин. Я уже не говорю о том, что, к сожалению, о том, о чем мы всегда говорим, что беременная женщина не должна
курить, выпивать, ну, вести какой-то более спокойный образ жизни. К сожалению, ну, это тоже влияет. А скільки у нас таких діток взагалі в області? Статистики я не знаю, в цифрах не можу назвати 100%, тим більше, що у нас не все дуже просто статистикою, тому що бувають такі случаї, коли приходить, наприклад, 6-5-7-летній навіть ребенок к нам, і ми розповідаємо, що от він у вас не говорить, він должен був в определенний період гуліти, у нього должен бути лепет. И мне говорят такую фразу: ну, мы же наблюдались у педиатра, почему нам ничего не говорили? Я говорю: вы понимаете, вы ходили к педиатру и говорили, нам нужна прививка, у нас ну, какие-то простудные заболевания, и вы не проявляли жалобы, что вот я сомневаюсь, что ребенок ну, как-то не так развивается. Часто родители этого это не видят. Выходя в песочницу, как я говорю, или уже в дошкольное детское заведение, или в школу, тогда уже видно такую, ну, что ребенок не так развивается. Ну, тем более, что есть нарушения речи такие специфические. Например, селективный мутизм. Когда ребенок дома говорит, с ним все в порядке. Родители даже не предполагают, что есть какие-то нарушения, а в коллективе он молчит. Это ну, такая неизученная еще достаточно проблема, связана с наследственными какими-то моментами, связана с внутрисемейной ситуацией и психологическими моментами. То есть это как фобия общества. И тогда на это обращает внимание уже воспитатель в детском саду не обращает. Этот ребенок очень удобный, он спокойный, он, как правило, послушный, исполнительный. А вот в школе, ну как же так, он же должен ответить. И учитель, если ребенка отдают на подготовку в школе, начинает обращать внимание родителей. А родителям невдомек, он дома прыгает, скачет, то есть все в порядке. И вот эту проблему решить очень сложно. Здесь точно подключается доктор-психиатр, психолог. Иногда у таких детей еще бывает нарушение ну, именно звукопроизношения, то есть еще и логопед. И тоді вони звертаються до вашої громадської організації, так? Якщо нас знайшли. Якщо то знають, що існує така да, громадська да, організація. Да. Чесно кажучи, я теж вперше почула завдяки знайомству з вами, що у нас є громадська організація, яка займається порушенням мовлення у дітей. Тобто ви, мабуть, ще молода громадська організація. Ми зареєструвалися в 2017 году. В сентябрі вот у нас був праздник, 3 годика нам було. Об'єднились колеги, друзі вместе. Ну, наскільки возможно, ми розказуємо об этом. І так як колеги, які з нами працюють, це люди з дуже великим опытом, наступив такий момент ділитися знаннями. І я впервые в 2017 году предложила сделать такой интенсив встречу, на которую мы приглашали и специалистов, и родителей, и, в общем-то, трансформируясь, вот мы пришли к конференции. На конференции у нас действительно очень сильные специалисты, корифеи как ну, в своей области, как на Украине, так и Израиль, Россия, Беларусь. Все эти лекари, психологи, психиатры будут брать участь в онлайн-конференции, так, из России, из Израиля, из Німеччини, так, із Білорусі. Да, конечно, это будет онлайн-встреча, ну, как бы онлайн некоторые сложности для организаторов всех найти, вовремя подключить, чтобы техника работала. С другой стороны, больше возможностей, есть возможность позвать разных людей из разных стран, и очень важно, что они поделятся своим опытом, то, как они применяют свои знания в своей стране. И мы старались на конференции позвать людей, которые занимаются и с детьми, и со специалистами, и с родителями, то есть из разных сторон, потому что... А с батьками тоже потребно заниматься, так? Обязательно, потому что ну, часто родители не знают уровень сложности проблемы, и им кажется, что они, ну, пройдет какое-то время, заговорит. Чаще мужчины говорят о том, что жена делает какие-то лишние движения, не нужно это делать, заговорит, пройдет время, к сожалению, теряют очень драгоценное время. Но и еще такой важный вопрос. Те специалисты, которые работают с этими детьми, к сожалению, склонны к выгоранию, потому что работа очень тяжелая, порой то, что ты делаешь, и то, что получается у ребенка сегодня, завтра он может регрессировать,
ну, ты, конечно же, берешь на себя. Поэтому на конференции у нас есть специалист, который будет говорить именно по выступлению, будет связано с выгоранием этих специалистов и предложит методику помощи. Таким их называют специалисты помогающих профессий. То есть те люди, которые непосредственно помогают в данном случае помочь детям заговорить. Бывают дети, которые в три годика не говорят вообще ничего. То есть в лучшем случае это может быть уже там «дай, мама», но и то по какой-то особой просьбе. Пожалуйста, скажи там. Скажіть, будь ласка, у ході конференції будуть обговорюватись інноваційні техніки і методики у роботі з такими дітками, у яких порушення мовлення. Зараз які у вас методики? Ну, на сьогоднішній день я, наверное, просказала, остановилась на такому, я вважаю, ноу-хау і то, що ми дуже серйозно так внедряємо в нашу роботу, це... Мы работаем на франшизе Влади Тарасенко. Это доктор-невролог, дефектолог. Она проживает в Киеве. И она модернизировала такую методику, как микрополяризация. Она делает индивидуальные протоколы под каждого ребенка. И дополняет это оксигенотерапией, высокочастотной терапией. И когда я впервые узнала об этом, мне стало так интересно, не нужны уколы, не нужны препараты. И мне казалось, что посади ребенка слушать там мелодии, потому что высокочастотная терапия используется, музыка Моцарта, Вивальди, сказки, голоса актеров очень красивые с разной частотой. И действительно оказалось, что такие занятия заменяют даже год занятий с дефектологом, с логопедом. Но оказывается, не все так просто, не все дети любят, чтобы на ушах что-то было, поэтому приходится малышей через слезы, родители держат на руках, но так непросто выслушать эту программу. Но, тем не менее, есть результат. Порой бывает, как результат на первом занятии, но после прохождения этой терапии идет процесс еще 2-3 месяца. И родители нам рассказывают, что произошло. Часто у этих детей есть нарушения, они не садятся на горшок, они не обращают внимания на свое имя, они неуправляемые или агрессивные, или, наоборот, слишком тихие. И родители об этом говорят, и в ходе процесса говорят о том, что улучшается в том числе и поведение. Ну, а если во время процесса появляется речь, то мурашки по коже идут, потому что ребенок, у нас были случаи, когда ребенок встает, и все, что видит, пальчиком показывает, говорит, там, дверь, окно, шкаф, не совсем правильно, но понятно, о чем он говорит. И это восторг на самом деле. Ну, потом, конечно, еще долгий труд, и логопед все время подключается. Многим детям нужен и дефектолог, но, тем не менее, есть возможность помочь. Я оце хотіла вас запитати, якраз ви мене як підвели до того, що про випадки, хороші, позитивні випадки, коли з'являється у дитини вмовлення. Щоб ви поділилися цим із нашими радіослухачами, наведіть, будь ласка, приклади. У тих дітей, у яких нет речі, іноді на заняттях появляються перші слова, у других дітей, у которых уже есть первые слова или осколки слов, появляются словосочетания, ну и есть возможность усовершенствовать речь, потому что, к сожалению, речь тянет за собой и нарушения в интеллектуальных способностях, внимания, памяти, мышления. Чем раньше восстановится, тем лучше. Вы сейчас меня спросили о таком случае, у меня прямо перед глазами встал мальчик, который... Очень долго мы шли к речи. Он пришел, ему не было еще 3 лет, сейчас ему уже больше 5 лет. И вот на фоне занятий мы рассматривали животных, называли животных, что они делают, прыгают, скачут. Тут он разворачивается, смотрит очень нежно на меня. Берет меня за шею и говорит: «Любимая!» Я, конечно, просто
распереживалась, и так для меня это было трепетно. Но могу сказать, что на другом занятии был другой случай. Занимаемся, прошу делать какие-то артикуляционные упражнения, что-то ему стало сложно, вдруг он очень громко кричит: «Помогите!» Меня в жар, в краску. Я говорю: «Ты о чем?» Он опять: «Помогите!» То есть, когда он понял, что сложно, ему еще, наверное, трудно сказать: «Я не хочу, я не буду это делать, мне не нравится тем, чем я занимаюсь». Но он придумал такой способ: «Помогите!» Ну, а есть такие вот, например, казусы, скажем, такие интересные. Учу с ребенком, беру мишку и маленький стульчик игрушечный. Сажу мишку на стульчик, говорю: «На стульчике». Сажу под стульчик, под стульчиком, перед стульчиком, за стульчиком. Ну и ребенку важно назвать за это, перед, на. И оказывается, это очень сложно. И вот бьемся. И тут, когда я ставлю мишку за стульчик, я ребенка спрашиваю: «Скажи, пожалуйста, где мишка?» Он говорит: «Спрятался». Вот. И, ну, с одной стороны, не добилась того, чего хотела, а с другой стороны, ну, он же сообразил. Так и так. И это очень ценно, потому что, когда не только появляется речь, но и дети начинают мыслить, юлить, хитрить, то я понимаю, что уже есть мышление, и ребенок может не только применять речь, но и сообразить, как применить, что обойти сложный вопрос. Это очень ценно. Пані Юля, а приходять дітки дорослі? От ми постійно говоримо про діток таких, які дошкільного віку, так, які звертаються до вас з допомогою, до вашої організації «Територія розвитку». А вже дорослі дітки, у яких щось, якісь порушення трапилися вже в дорослому віці? Есть еще такое очень серьезное нарушение, нарушение письменной речи и чтения, это дисграфия, дислексия. Почему она возникла, опять же, до конца неизвестно. Может быть, как правило, у таких детей мы задаем вопросы, оказывается, что действительно они позже заговорили. На фоне, например, таких нарушений, как умственная отсталость, такие проблемы, как аутизм. К сожалению, дети или совсем не могут освоить чтение, или это серьезное нарушение. Ну и письмо. Поэтому к нам приходят дети из школьного возраста в том числе, и это дети, которые учатся в специализированных учебных заведениях, это дети, которые учатся на инклюзивном обучении, которое сейчас есть на Украине, и это дети, которые учатся в обычной школе, и вот никто не обратил внимания на их особенность. Часто родители и учителя говорят: «Ленивый». Вот для меня слово «ленивый» не существует. Ребенок, он хочет быть успешным. И если он с чем-то не справляется, это не потому, что он ленивый, а потому, что ему нужна какая-то поддержка, помощь. И, опять же, это очень такой медленный, долгий труд. Вместе со мной еще одна коллега работает, логопед-дефектолог, нейрологопед Юля Храмова. Она очень хорошо помогает в этих вопросах. Тут обязательно нужна консультация доктора-психиатра, потому что речь – это психический процесс, и прежде всего помощь здесь может оказать доктор-психиатр. Ну вот, и мы стараемся комплексно помочь. Мы знаем много различных организаций по городу и государственных, куда можно направить тех или иных детей. То есть мы живем в таком комплексе, в поддержке. Иногда нужна консультация, иногда нужна помощь, иногда нужны какие-то дополнительные возможности. Скажите, пожалуйста, были какие-то сложные случаи, такие, которые ваши фахівці не подужали? Треба було дитину, ну, відправляти кудись, можливо, там за той же кордон до інших лікарів. Самые сложные вопросы – это у детей с умственной отсталостью. В зависимости от степени умственной отсталости добиться здесь бывает очень сложно, ну, чего-то. И даже какие-то минимальные шажочки – это радость. Допустим, если ребенок поймал мяч –
выполнил движение именно не просто случайно к нему мячик упал, но он его ухватил. Это до этого можно идти несколько месяцев работы. Мы еще не взаимодействовали с другими странами, но вот сейчас в ходе подготовки к онлайн-конференции узнали, что есть в других странах очень интересные специалисты, которые могли бы помогать детям. И уже мы начали какие-то переговоры по консультации некоторых детей. Например, на сегодняшний день есть ребенок с нарушением жевания. То есть речь у него уже на сегодняшний день есть. Ну, допустим, во время высокочастотной терапии я включаю ему мультфильмы, так нужно, но он не слышит звука мультфильма, а идет звук тот, который в высокочастотной терапии. Вот он смотрел два занятия, потом говорит: «Юля, у тебя поломатые мультики». То есть уже есть фраза, уже есть диалог, но, к сожалению, не восстановилось жевание. И мы ищем специалистов, мама уже ряд консультаций прошла, и на сегодняшний день этот вопрос не улучшился. И вот один из спикеров начал мне говорить, что вот мы тем-тем-тем занимаемся, в том числе и учим жеванию. Я говорю: нужна консультация, и будем состыковывать маму, и надеемся, что удастся помочь. Пані Юлія, у першій міжнародній цій онлайн-конференції беруть участь психологи, психіатри, неврологи, дефектологи, сімейні лікарі, логопеди, нейропсихологи і батьки. Батьки теж обов'язково мають бути присутніми, так? Ну, чи це бажання допомогти своїй дитині? Вперше, коли ми робили інтенсив зустрічу, это была моя инициатива позвать родителей, потому что чаще всего родитель не присутствует на твоем занятии. И порой, если к нам пришел ребенок, который был у другого специалиста, я спрашиваю, что было на занятиях, чем занимались, и родители часто не могут ответить. Ну, очень важно все-таки опираться на то, что уже умеет ребенок, на то, что ему уже помогли делать. И мне тогда еще возникла такая мысль, что очень важно понимать родителям, что специалисты нечто вкладывают в ребенка. И пусть им будет не все понятно, они услышат какие-то термины, но они будут понимать, что специалисты – это неравнодушные люди, которые отдают частичку себя. Рядом с тобой сидит ребенок несколько лет подряд. Ты занимаешься, и ты уже его принимаешь как практически как родного. Не говоря уже о том, что какие-то семейные вопросы, там, дни рождения родителей, ребенка, они тебе становятся известны, еще какие-то факты. Часто рождается еще второй ребенок в семье за этот период. И важно, чтобы это была команда. То есть, если на сегодняшний день специалисты уже объединяются в команду, то родитель часто в этой команде все-таки стоит в стороне. И мне кажется, что присутствие родителей даст возможность вот эту команду создать. И всем нашим спикерам я говорю о том, что мы команда, несмотря на то, что некоторые из нас далеко, даже если по Украине у нас специалисты из Киева, Харькова, то есть довольно-таки далеко, скажем, от Днепра, и тем не менее команда. И мне очень важно, чтобы об этом знали родители и участвовали в этом процессе как команда. Дякую, поэтому, пані Юля. І ще одне, скажіть, будь ласка, що ставите собі за мету проведенням цієї міжнародної онлайн-конференції? Ми хочемо підняти такой вопрос о глобальной проблеме по детям с нарушениями речи. Очень... Это действительно глобальная проблема, скажите. Очень серьезная проблема, потому что, к сожалению, промедление здесь порой ведет к тому, что нарушения будут очень серьезными. И пострадает не только речь, но и пострадает мышление. К сожалению, ребенок с задержками психоречевого развития может перейти в состояние умственно отсталого ребенка. И очень хочется это не допустить, помочь на максимально раннем этапе. Хотя хочу сказать 100%, что чем меньше ребенок, тем сложнее с ним заниматься. Чем меньше ребенок, тем больше нужно играть с этим ребенком и на игровой деятельности,
включать какие-то элементы логопедической работы, дефектологической, может быть, психологической. И ну, не все готовы из специалистов. Но, по крайней мере, я считаю, что профессионально знать, что есть такие специалисты, если ты не занимаешься, то передать в руки другого специалиста. Потому что, к сожалению, ряд специалистов говорит о том, что пришел маленький ребенок, подождите, он разговорится, ну и рано еще. Да, действительно, так раньше было. Часто детей неговорящих отправляли в детские сады, и они там в языковой среде разговаривались, но, к сожалению, сейчас не так. Такие дети могут в детском саду быть ну, изгоями. То есть они или дерутся, потому что они, речи у них не хватает, они могут кусаться, они могут обижать других детей, чтобы забрать ту же игрушку. Или они могут, если они не такие активные, они тихонечко в уголочке, а развитие речи стоит, дальше тянется мышление и познавательный процесс, к сожалению. Чем раньше, тем лучше. И важно понимать, что ряд специалистов может с разных сторон подойти к этой проблеме и помочь. То есть команда. И тогда ребенок может к школьному возрасту или там, по окончании младшей школы быть совершенно обычным, без каких-то проблем. И потом, ну, как часто вот папы говорят, да я тоже заговорил поздно. То есть, когда ты в этой системе борешься, а когда уже все в норме, то отлично как-то это забывается. Ну, и это есть хорошо. То есть, помогли, а дальше уже ребенок обычный и радуется жизни. Это самое главное. І про глобальну проблему, взагалі, ви сказали про мету, що мета – це повідомити всім, що є така глобальна проблема, так? Познайомитись ви з фахівцями. Ви будете залучати сюди іноземних фахівців, іноземних спеціалістів. Всі спеціалісти, які у нас виступають в конференції, ми з ними всі знайомі. Ми где-то пересікалися на каких-то міжнародних конференціях, ми участвували в їх проєктах. Мы сюда же еще и педагогов позвали, потому что дети с нарушением речи идут на развивающие занятия, они идут в какие-то там игровые занятия, хотят участвовать. Эти дети оказываются в школах, в детских учебных заведениях, и воспитатель, педагог, который, в принципе, нацелен на детей обычных, вдруг должен ну, найти какие-то способы решения и воспитательных вопросов, и развивающих с такими детками. И у нас есть там педагоги, которые рассказывают, какими игровыми методами. Куклотерапия – это творческая студия по изготовлению мультфильмов тоже вполне ну, привлекает таких деток. Поэтому нужно быть к этому готовым и не отмахиваться, потому что, к сожалению, педагоги иногда говорят, что-то с вашим ребенком не так, родителю. Идите, консультируйтесь. И родителя это пугает, конечно же. Он испугался, он уже боится, и он не делает, наоборот, в стопоре или в каком-то там раздрызге переживает. И хорошо, если есть психолог рядом, который говорит, подождите, вам указали на проблему, давайте ее решать. А вот я знаю таких-то, таких-то, и можно пойти туда-то, туда-то, ну, проконсультируйтесь. Ну, мы должны действовать в русле помощи ребенку. И когда родителя так разворачиваешь, то свои переживания, конечно, уходят на второй план, и родитель включается. К сожалению, иногда родители говорят, нам стыдно, мы не хотим идти, мы прячем эту проблему, никто не знает. И опять же теряют время. Ну, в других странах толерантно относятся к таким детям, у нас, к сожалению, ну, по-другому, скажем так. Поэтому важно, чтобы чем быстрее, тем лучше. Я с удовольствием зову на нашу конференцию и специалистов. Это могут быть психологи, логопеды, дефектологи, воспитатели детских учебных заведений, учителя школьные. Это могут быть педагоги кружков различных, ассистенты учителей, родители, конечно же. Те родители, у которых есть дети с различными нарушениями речи. Это может быть алалия, это заикание, это тот же мутизм. Есть такие родители, они знают, о чем я говорю.
и специалисты услышат, чем занимаются другие профессионалы, и будут понимать, допустим, порой даже психиатр говорит о том, что всю жизнь отправляли там к логопеду-дефектологу, что он делает, не знаю. Здесь можно об этом услышать. 23, 24, 25 октября целых 3 дня будет онлайн-конференция, называется она «Современные представления о нарушениях речи детей». Она международная, она онлайн, очень много различной информации в Фейсбуке, можно найти меня в Фейсбуке и найти именно группу конференции в территории развития, там есть информация, мы будем рады каждому, кто придет, потому что каждый, кто придет, понесет такую звездочку, искорку, и даже если непосредственно он не встречался с такими детьми, по крайней мере, рядом с ним на площадке оказаться такой ребенок и сказать, что вот там есть помощь. Ми будемо дуже раді. Дякуємо вам, пані Юлія. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні з вами спілкувалася голова громадської організації «Територія розвитку» Юлія Поліщук. Я вам благодарна. На все добре. Благодарю вас. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».